друзья, вот это тарахтящее транспортное средство. У него сзади еще такая фигня, видите? Она ветки деревьев превращает в труху. Вот. Это приехали из City of Sunnyvale. Мы их вызвали, как у нас говорят, потримать дерево, да, значит, обрезать ветки. Дело в том, что у нас два вяза стоят на участке. Вот один вы видите, и вот второй вяз. Вот второй вяз, недавно его подстригали. Тоже так получилось, что мы позвонили в Сити, говорим: ребята, вы что, это, всю улицу постригли, а нас нет. Они говорят: у вас стройка там шла. Мы говорим: это не повод. Ну, в общем, они приехали и одно дерево таки постригли, а вот это оставили. И вот сейчас они, видите, отогнали трачок наших строителей, в котором мусор вывозится. Да, вот там Эдуард стоит, генеральный контрактор, отгоняет трачок. Вот наезжает государственное транспортное средство, наезжает. И сейчас будет веточки обрезать. Видите, он тут такой серьезный. У него там и приступочка такая есть, чтоб корзиночка, да? Чтоб можно было наверх подниматься. Такое, в общем, непростое устройство на самом деле. Закрепили автомобиль, чтоб не болтался. Там две ножки, там одна еще внизу. Вот так я попробую, чтобы вам видно было лучше. Вот. Вот этот ящик, там панель управления. Он так открывает крышечку, кнопочки нажимает. Взял электропилу, такую бензопилу, наверное, не знаю. Или там в руках сейчас бензопила. Вот, и все это управляется одним человеком, что интересно. Вот их нет, тут двое. Так что он, видимо, так, да. Вот. Пила. Проверил на работоспособность. Да. Вот я вам говорил, там панель управления, и там у него какие-то бумажечки лежат, там какая-то документация. Может, он наряд подписывает, не знаю, там какие-то у него свои дела. Вот. И кузов еще есть, обратите внимание. В этом кузове можно многое увезти из напиленного, накрученного, там, надробленного и так далее. Я сижу в офисе, друзья, и там смотрю на интернете новости. И периодически выхожу посмотреть, что происходит. Видите, вот он со своего этого борта, можно сказать так, в состоянии управлять движением. Видите, машину отогнали немножко в сторону. Сейчас я покажу. Да, подальше. Машинка ушла чуть подальше. И вот, вот он так обрезает веточки. Какой-то инструмент. И вот, ой, как бы не стукнулся. Да. Еще тоже квалификация нужна, правда? Так, недолго и об ветку головой. Вот. Один человек, как интересно, правда? Я, честно говоря, не ожидал. Никогда не наблюдал, как идет обрезка веток, потому что на работе, знаете, всегда, когда это происходит. Вот, вот они тут падают потихонечку. Вот так выглядит процесс.